Отдохнувшие студенты приступили к новому учебному 2013 году. В Международный университет информационных технологий поступило 608 студентов. Большинство абитуриентов сделали осознанный выбор, поступив именно в IT. В общем конкурсе было приблизительно до 2 студентов на место, на некоторые специальности и до 3 человек. В прошлом году было выделено 312 государственных грантов, а в этом число грантов увеличилось до 400. Естественно, отток тех, кто пришли и не поступили на грант, отток таких ребят был, но, в принципе, мы, ну, скажем, если те годы мы устраивали какие-то там скидки там и так далее, чтобы задержать абитуриентов, то в этом году у нас была очень жесткая политика. Кто пришел, тот пришел. Мы уже за количеством, как говорится, не гонимся, нам самое главное – качество. А по качеству я хотела бы сказать, что пришли очень хорошие ребята. И, кстати, проходной балл в этом году, ну, наиболее высокий. То есть на некоторые специальности 93 балла, проходной балл 92. По сравнению с прошлым годом это намного выше. Хотя мы ожидали, что придут с меньшими баллами. Конечно, нам не хватает места, можно было взять и побольше людей, но просто пока в условиях нашего здания, думаю, что это нормальное количество. Проходной балл в этом году наиболее высокий. Поступило большое количество обладателей звания Алтынбелгі, победителей республиканских олимпиад. Все специальности заполнены. Количество студентов, обучающихся на платной основе, составляет более 200 человек. А теперь узнаем мнение и самих студентов первого курса. Об этом университете я узнал от мамы. Мне он очень нравится, так как здесь очень весело. Мы с одногруппниками, каждую субботу стараемся куда-нибудь выбираться, что дружим, общаемся, списываем вместе. Но это не всегда получается. Обучение, не сказать, что легко, но не сказать, что тяжело, но очень весело. Мне очень нравится IT-университет. Я узнала его от сестры. Она здесь учится на 3-м курсе, и ей очень он понравился. Я тоже решила на него поступить. Вообще я не планировала поступать на журналистику. Значительных изменений за лето не произошло. Специальности остались те же, что были в предыдущие годы. Остается пожелать нашим первокурсникам удачи и успехов в учебе.